кроме Некромась. И сегодня я решил немножко, так сказать, повеселиться, вспомнить старые времена. И, в общем, я пойду в пещерку Аргонавтов со своим талисманским мечиком. Как помните, я с ним выбивал свой первый хоф. Вот я решил так повеселиться. Предновогодний день, как говорится, предпраздничный, так как, конечно, в новогодний день вряд ли я буду снимать и так далее. Ну вот и посмотрим, что из всего этого получится, как нам повезет. И, в общем, побежали. Итак. Тут меня чуток отвлекли. Продолжаем. Тут, как всегда, когда я захожу... начинаются все, хотят поболтать и так далее. И, в общем, получается такой вот веселуха такая. Итак, начали. Лаги странные. Продолжаем. Пока что ничего веселого не падает. Но мы убили всего пару мобов, да. Сами знаете, тут может прилететь, а может и улететь. Да вы же с Некромасом, да. Нам всегда весело. Так, мечик полностью заправлен на 85. Вот такой у нас заходик. У нас черный рыцарь Некромас. Сейчас покажу, что за мечик. Ну, он, конечно, мне не по скиллам. Но мне он очень нравится. Вот видите, full TT он 79.5, да? Эффективность почти 66%. Но, как видите, нужно 100-й левель. У меня 19-й и 17.5. Сами все видите. Продолжаем серию. В общем, квест это на дели токены. Тут это самое, тут надо это... как его найти, такие коробочки. В общем, убиваете вот этих аргонавтов, кто не знает, новички, потом находятся такие коробочки зелененькие. О, сейчас уже скачет, начнется. Вы же любите такое, да, матрицу. Видите, как весело у нас. Продолжаем.
покажу потом, как эти коробочки выглядят. Ну, там было пару миников, видели там на 5 примерно. Да. Меч у меня Katsushi Honor. Мне почему-то все время кажется Kanushi или какой-то там еще. Да, в общем. Разберемся, да? И вот, видите. Убили. Открывается вот, вот такая коробочка. Ее забираем, вот одна из пяти. Идем дальше. Тут главное не заблудиться в этой пещере. Там вот такая, короче, вот такая своеобразная. Дальше. Режем на фарш. Так, что-то прокачали. Что-то случилось. А, 13-й. А, я продал что-то. Я не продал, это было раньше. Это мне показалось, просто мы это самое прокачали мечик. Сейчас этих зарубаем. До первого тира докачаем. Мечик наш покачался. И вот видите, появляется. И вот нам упал миник 7-5. Так, сейчас назад. Про
продолжаем. Погоди, че. Я и забыл одеялся. Так, оттуда я пришел. Кажется. Понимаешь, ты нет? Пошли искать. Привет, дядька. Получай. Отдай мое мясо. Мясо давай. Хочу мясо. Мясо, кровь. Хочу много крови. Пиу. Hello. Oh my. Hi, чуваки. Эй, вы чё в моей этой кухне забыли, а? Я ж вас сейчас это самое на отбивные я пущу. Полуминик. Так, что мы тут набили? 14-23 педа. А мечик сточили на сколько? Ух ты! Вылетаем неса по-крупному. А мечик сточили почти на 40 пед. Ну что поделаешь? Есть как есть. Гоняем дальше, да? Вот опять коробочка, уже третья. Осталось две. Так. Вечно я тут плутаю. Вроде сюда. Так что-то тут пусто. Точно туда пошел. Не, я не туда пошел. Я почти туда. Тут иногда такая камера включается, к сожалению.
Продолжаем веселье. Еще одна коробочка. Осталась последняя. Сейчас только бы ее найти. Чуть по кругу бежал. Я вас опять немножко отключу. Кажется, здесь. Не помню. Может, и нет. Что-то в этой пещере не было. Что ты запутал? Все-таки туда пошел. Клетки, карбонадики. Ух ты, как страшно было. Упс. Опять типа миг. Ну, это, конечно, смешно. Ну, зато весело, да? Вам же не грустно? Или грустно? Привет, дедуля. Там вроде еще где-то люди. Все, сделал. Значит, мне показалось, что я их видел. Вот, в общем, когда делаете, просто нажимаете Т-буковку. Отправляете.
направляетесь к выходу, да? Вот оказываемся возле входа и выходим. Так. Убежали назад. Да. Бежим к нашему ученому. Получим наши токенчики. Деликовские, да. Ну и забьем результатик за дна. Дядька, он отдал один токенчик. Сейчас посмотрим. Ну, результат там примерно, я как видел, около 35 минус. Вот, значит, так, 24, 38. Ну, считать будем 45, да. 45 лутом, и с мечик осталось. Ой. Понял, сейчас минутку. Сейчас минутку. Что-то не нажимается у меня. Сорян. И мечик осталось почти на 11 пет. Видите? То есть, сколько мы там лута насчитали, блин, опять забыл. В общем, 11, да, и 40, 51 пет из 80 осталось, как бы так, да. Вот такой у нас видосик веселый, побегали, порезали, так сказать, на этом закончим. А вас поздравляю с праздниками, с наступающим 2021 годом. Всем вам удачки, здоровечка, чтобы этот новый год принес вам много-много света, много веселья, много любви, страсти и всего вам, как бы, самого хорошего, что принес. И встретимся в других видео. А теперь пока-пока. С вами был Некромас. Мы играли Entropy Universe.